Жыйын тар жана кеңири чөйрөдөгү форматта өттү. КМШ өкмөт башчылар саммитинин жыйынтыгы боюнча биргелешкен бир нече документтерге кол коюлду. Делегация башчылары жыйындын жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн биргелешкен билдирүү дагы жасашты. Белгилей кетсек, быйылкы жыл КМШ үчүн юбилейлик жыл болуп саналат. Белгилүү болгондой, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылдын декабрь айында негизделген. Главы делегации сделали совместное заявление для прессы. Также необходимо отметить, что нынешний год является юбилейным для стран СНГ. Как известно, Содружество независимых государств было образовано в декабре 1991 года. Дагы бир белгилей кетчү жагдай бар. Кече 6 июнда КМШ өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынын алкагында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн башчысы төрагасы Дмитрий Медведевтин Кыргыз Республикасына расмий визити болду. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын расмий сапарынын жүрүшүндө Кыргызстан жана Россиянын ортосундагы бир катар эки тараптуу келишимдерге кол коюлган. В рамках очередного заседания Совета глав правительств СНГ 6 июня этого года состоялся официальный визит. Также необходимо отметить, в рамках очередного заседания Совета глав правительств СНГ 6 июня этого года состоялся официальный визит в Кыргызскую республику председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. В ходе официального визита председатель правительства Российской Федерации подписал ряд двухсторонних документов между Кыргызстаном и Россией. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны боюнча, анын жүрүшү боюнча даярдалган кеңейтилген репортажды назарыңыздарга сунуштайбыз. А сейчас, уважаемые телезрители, мы предлагаем вашему вниманию заседание Совета глав правительств в расширенном варианте. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылар кеңешинин юбилейлик жыйынына келген делегация башчыларын жыйынга төрагалык кылган кыргыз өкмөтүнүн башчысы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Саммитке катышуу үчүн Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев, Казакстан Республикасынын премьер-министри Карим Масимов, Молдова Республикасынын премьер-министри Павел Филипп, Беларусь Республикасынын премьер-министри Андрей Кабиков, Тажикстан Республикасынын премьер-министри Кохир Расулзода, Армения Республикасынын вице-премьер-министри Ваче Габриэлян, Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин биринчи орунбасары Рустам Азимов, Азербайджан Республикасынын премьер-министринин биринчи орунбасары Эйюбов Ягуб Абдулла, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Сатлык Сатлыков келди. Жыйынга КМШ аткаруу комитетинин төрагасы, аткаруучу катчысы Николай Лебедев дагы катышты. Саммит алгач делегация башчыларынын протоколго ылайык чогуу сүрөткө түшүүсү менен коштолуп, андан соң тар чөйрөдөгү жыйын башталды. Уважаемые главы правительств, уважаемые главы делегации, позвольте приветствовать вас в Кыргызской Республике, а также выразить слово признательности за участие в очередном заседании Совета глав правительств государств, участников СНГ. Хочу подчеркнуть, что Кыргызская Республика занимает неизменную позицию, нацеленную на укрепление интеграции как важного фактора развития на мировой арене. Выражаю уверенность, что наше заседание пройдет в дружественной и конструктивной атмосфере, и по всем вопросам будут приняты взаимовыгодные решения. Тар чөйрөдөгү жыйын жабык эшик артында бир сааттан ашык убакытка созулду. Анда саммиттин катышуучулары КМШ алкагында кызматташууга байланышкан ар кыл тармактагы маселелер боюнча сүйлөштү. Андан соң кеңири форматтагы жыйын башталып, мында күн тартибине коюлган маселелер каралды. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники заседания, позвольте еще раз приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле, а также выразить слова признательности всем присутствующим за участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. Кыргызстан придает важное значение председательству страны в Содружестве, особенно в юбилейный год для СНГ 25 лет. Мы считаем необходимым укрепление торгово-экономического взаимодействия стран СНГ и Евразийского экономического союза. Считаем возможным рассмотреть введение в перспективе полномасштабного режима свободной торговли между двумя интеграционными объединениями, который будет способствовать укреплению конкурентоспособности наших стран, особенно в период экономических трудностей. Кроме того, в условиях изменения мирового порядка и возникновения новых трансграничных вызовов и угроз,
возрастает взаимозависимость государств, которые нацеливают нас на совместную работу в формате СНГ по многим направлениям. Кыргызстан уделяет большое внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ. Хотел бы отметить, что в Кыргызской республике 2016 год объявлен годом истории и культуры. Текущий год будет сопровождаться многими научными, интеллектуальными и культурными мероприятиями. В этой связи в сентябре текущего года на берегу озера Сыкуль пройдут вторые всемирные игры кочевников. Мы убеждены, что проведение этих игр предоставит благоприятную площадку не только для спортивных состязаний, но и активного межкультурного и межнационального диалога между народами мира. Кыргызская сторона планирует предложить текст о всемирных играх кочевников для включения в резолюцию о поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы будем признательны за поддержку данной инициативы со стороны наших друзей из СНГ. Пользуясь случаем, позвольте пригласить всех участников сегодняшнего мероприятия принять участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников 3 сентября 2016 года на берегу озера Иссык-Куль. Уважаемые члены заседания, только что в узком составе мы с коллегами обсудили наиболее важные вопросы взаимодействия в рамках Содружества. Позвольте представить слово председателю исполнительного комитета СНГ господину Лебедеву для информирования о рассмотренных вопросах заседания Совета в узком формате. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Спасибо. Уважаемые участники заседания, в узком формате главы делегации утвердили повестку дня и регламент настоящего заседания. Кроме того, на заседании в узком формате был рассмотрен вопрос о внесении изменений в единый бюджет органов СНГ на 2016 год. Это пункт 14 повестки дня. Затем вне повестки дня была заслушана информация исполкома СНГ о ходе реализации протокольного решения Совета глав государств СНГ о предложениях Республики Казахстан от 16 октября 2015 года. В рамках этого вопроса состоялся достаточно живой, конструктивный, откровенный обмен мнениями о совершенствовании деятельности Содружества независимых государств. И принято протокольное решение, поручающее Совету постоянных полномочных представителей стран СНГ, Комиссии по экономическим вопросам и Исполнительному комитету СНГ учесть все замечания, суждения, мнения, высказанные в ходе заседания Совета глав правительств в узком формате, в дальнейшей работе по подготовке проекта решения по данному вопросу, который будет доложен и рассмотрен Советом глав государств стран СНГ 16 сентября этого года в Бишкеке. По предложению Республики Беларусь было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ 28 октября 2016 года в Минске. Что касается порядка заседаний в широком формате, то принято решение сейчас заслушать доклады по двум вопросам повестки дня, а именно это пункты 1 и 4 повестки дня. Остальные документы главы делегации договорились подписать без обсуждения в формате заинтересованных сторон. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Предлагаю поблагодарить за работу представителя прессы и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. Күн қорсус мамлекеттер шеріктештігіне кірген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитинин кеңири форматтагы жыйынында 20-дан ашуун маселе талкууланып, 17 документке кол коюлду. Алардын катарында Кымыш алкагындагы эркин соода аймагында мамлекеттик сатып алууларды тескөө, айыл чарба көп түрдүүлүгүн сактоо боюнча конвенция, энергетика тармагындагы авариялар боюнча маалымат алмашуу, саламаттык сактоо, билим берүү, химиялык өнөр жай, транспорт, аскер тармагындагы кызматташуу тууралуу конвенциялар жана Арт-Экспо эл аралык көргөзмөсүн өткөрүү боюнча чечимдер бар. Тийиштүү документтерге кол коюлгандан кийин жыйындын жыйынтыгы боюнча саммитте төрагалык кылган Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков жана КМШ аткаруу комитетинин төрагасы, аткаруучу катчысы Николай Лебедев жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн биргелешкен билдирүү жасашты.
Уважаемые представители средств массовой информации, только что завершилось заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. Хочу отметить, что заседание прошло в весьма конструктивном ключе. Было уделено внимание широкому спектру сотрудничества в рамках организации, в том числе в сфере экономики, промышленности, энергетики, инноваций и здравоохранения. Более трети внесенных в повестку дня нашего заседания документов нацелены на дальнейшее расширение и углубление гуманитарного сотрудничества. Принят протокол между государствами, участниками договора о зоне свободной торговли, одобрены концептуальные документы противодействия онкологическим заболеваниям, профилактике и лечению сахарного диабета. Конечно же, основное внимание было уделено рассмотрению актуального вопроса об оптимизации и адаптации СНГ к современным реалиям. Уже есть определенные результаты по данному вопросу. Например, подтверждена необходимость сохранения СНГ как региональной межгосударственной организации. Достигнуто общее понимание по разгрузке повесток заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств. Выработаны предложения по отдельным вопросам работы органов СНГ и исполком СНГ. Есть наработки по инвентаризации договорно-правовой базы СНГ. Уважаемые присутствующие, в Кыргызской Республике выпала почетная и в то же время ответственная миссия председательствовать в юбилейный для Содружества год 25-летия СНГ и 25-летия независимости страны. Наиболее важным мероприятием станет проведение юбилейного саммита СНГ 16 сентября 2016 года в Бишкеке, в рамках которого планируется принять юбилейное заявление глав государств по случаю 25-летия СНГ. Я уверен, что итоги заседания Совета глав правительств СНГ станут хорошей основой для конструктивного обмена мнениями по самым насущным и актуальным вопросам дальнейшего взаимодействия наших стран. Благодарю за внимание. Жыйындын жүрүшүндө 5 мамлекеттин өкмөт башчыларын жана 5 мамлекеттин вице-премьерлерин Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин кабыл алышы бул жыйынга жакшы импульс бергени айтылды. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, журналисты, гости. В дополнение к тому, что, о чем сказал Сооронбай Шарипович, я хотел бы выразить особую признательность участников заседания, глав делегации за возможность встретиться с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым, который принял глав делегации и председателя исполкома. Состоялся достаточно хороший, такой откровенный разговор по актуальным вопросам деятельности СНГ, по адаптации содружества к новым реалиям. И перед началом заседания это придало такой хороший, здоровый импульс нашей работе. Также хотел бы особо отметить, что буквально в развитии этой темы, которая была затронута президентом Кыргызской Республики по адаптации СНГ к новым реалиям, состоялся также откровенный и детальный разговор на эту тему в узком формате. Главы делегации поделились своими оценками деятельности СНГ. Было признано, что это естественный процесс для любой международной организации. Вы знаете о том, что на протяжении уже 70-летия существования Организации Объединенных Наций постоянно идут дискуссии о внесении тех или иных новаций, об изменении устава СНГ. Такие же дискуссии идут в рамках ОБСЕ. И мы рассматриваем вполне логичным желание и Республики Казахстан, и оно поддержано другими государствами, привносить новации в деятельность СНГ. Тот, кто не идет в ногу со временем, тот отстает от времени и, естественно, обречен на неудачу. Поэтому мы сегодня как раз вот на уровне глав правительств, глав делегаций обсуждали детально эту тему. И, что примечательно, в дополнение к 16 вопросам повестки дня еще приняли еще одно решение, 17-е, протокольные решения, предлагающие исполнительному комитету СНГ совместно с комиссией
по экономическим вопросам и Советом постоянных полномочных представителей продолжить работу по выработке протокольного решения, вернее, решения Совета глав государств, которое предполагается принять 16 сентября этого года в Бишкеке, решение, которое будет определять, вот, скажем так, направление дальнейшей деятельности Содружества. В то же время очень важно, и об этом Сооронбай Шарипович сказал, признано, значит, просто настоятельная жизнь необходимо сохранить нашу международную организацию и сделать все для того, чтобы она стала более эффективной, совершенствовать ее в направлении повышения эффективности работы всех органов СНГ. Было принято решение провести следующее заседание Совета глав правительств в Республике Беларусь в Минске 28 октября этого года. Я, конечно, не могу не воспользоваться случаем и высказать глубокую признательность и членов делегации, они об этом говорили в узком формате, и исполнительного комитета СНГ за четкую организацию подготовки и проведения данного заседания. Мы работали в тесном контакте с аппаратом правительства, с Министерством иностранных дел, с другими структурами Кыргызской Республики, ответственными за подготовку сегодняшнего заседания, и чувствовали внимание, отзывчивость, конструктивный подход. Все это привело к тому, что заседание действительно прошло четко, организовано. Для всех участников заседания, для гостей были созданы прекрасные условия для работы. И я думаю, что это хорошая репетиция перед осенним заседанием Совета глав государств. Мы глубоко уверены в том, что продолжающаяся работа по подготовке к осеннему заседанию приведет к тому, что встреча президентов наших стран 16 сентября в Бишкеке пройдет так же четко, а может быть еще на более, и не должно быть на более высоком уровне, чем сегодняшнее заседание. Еще раз спасибо всем киргизским коллегам, всем, кто принимал участие в подготовке этого заседания, лично Сооронбаю Шариповичу, и пожелание удачи и успехов всем нашим киргизским друзьям и братьям. Спасибо. Вам спасибо большое, Сергей Николаевич. Ескерте кетсек, КМШ-нын түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл толот. Мына ошол юбилейлик жылдагы КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны Кыргызстандын төрагалыгында өттү. Ал эми КМШ-нын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны ушул күздө Бишкекте өтөт.